Всем привет, с вами Нинель. Сегодня канун Хэллоуина. Сегодня ночью Америка будет отмечать Хэллоуин. В Лос-Анджелесе будет большой парад. Мы, к сожалению, не поедем. Мы накупили конфеты, будем детей встречать в своем доме. Так, хочу вам показать двор, который украшают. Вот второй год мы здесь живем, второй год его вот так декорируют. Не знаю, или они сами это делают, или кого-то нанимают. Потом сниму еще вечером. До сегодняшнего дня были только вот эти столбы красным-желтым обтянутые, флажки на заборе. А остальное все вот эти там какие-то коробки, какие-то там человечки стоят. Это все сейчас делают, сегодня. И завтра все это уберут. Такое впечатление, что они, знаете, как арендуют на день, на сутки. Вот эти все чучела. Не знаю, ничего не могу сказать. Hi! Happy Halloween! Давайте подойдем поближе, пока они ушли. Так, не очень как-то снимать, когда на тебя смотрят. Ой, смотрите, здесь Буратино. Это здесь еще что-то вот откроется. Что-то тут будет видно. Там какие-то на качелях чучело-мяучело. Ой, вообще. Молодцы. Вечером дети придут. Я помню, что дети были. Посмотрите, как классно. Карусель была в том году, кажется, здесь. Такая маленькая. Ой. Это всю ночью будет работать, светиться, играть музыка. Такие чубрики. Ой. Ой. Он еще что-то вывозит. Нифига себе. Ой, надо обязательно вечером снять. Да непонятно. Тоже какой-то пати будет, наверное. Стулья зачем-то стоят. Кошачьи глаза. Ой, а это типа кто-то еще и умер. Ты что, Гарри Поттер в старости? Ой, слушайте, а вот так вот смотрите. Вы видите? Так вот типа женщина, да? Или парень? Ой. 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 Ой, это опять нормальное лицо. О, опять страшилка. О, Господи. Микки, ты меня дергаешь, у меня рука трясется. Ой, глаза там чьи-то. Зеньки повыкатывал кто-то. Прикольно. Ой, о Господи, и там типа в рамочках умершие. Ой, тут, наверное, вечеринка будет. Клево. Микусика, пошли. Вот конфеты. Здесь 63 конфеты. Здесь 80. Здесь 95. Ну, это вот каждому по две конфетки. Потому что будут идти в течение нескольких часов. Помного нельзя давать. Чтобы всем хватило. По 2-3 конфетки вот так. По 2, скорее всего, будем давать. Дядя говорит, это нормально. Ты купила? Пока снимаю видео о подготовке к сегодняшнему вечеру, послушайте, какую музыку слушает Джей в своем офисе.
Обалдеть. Как будто он по России страдает. Такой ностальжи по России. Ну что, чубрики, готовы к встрече праздника? Такой вот целый поднос получился. Что-то, наверное, тарелочку неудобно будет, потому что иногда приходит и вдвоем, и втроем, и вчетвером что-то вот так каждому подавать, что ли. А если одному подашь, все ухватит. Наверное, надо из рук в руки давать. Или в корзинку бросать им, в эту, как ее, ведерко. Ну, посмотрим. Пусть стоит. Для антуражу пусть стоит. Джечику по две конфетки каждый положила. Мальчику своему, он сладенькое любит. Вот такие конфетки, смотрите. Хершис, я знаю. Вот этот Йорк ментоловый. Вот эти ничего такие. Кокос с миндалем. Что еще тут? Кит-кэт. Какие-то чупа-чупсы. Какие-то рыски. Вот это какие-то. Не пробовала, не знаю. Какая-то помятая. Вот же ее ставить. Вот такие. Вот такие конфеты. Это где-то около $30 заплатили. Какая-то. Ой! How are you? I'm fine. Clowns don't bother you, huh? All right, here we go.
Good me now? Ой. Happy Halloween! В этом году нет карусельки. Ой.